Всем привет, ребят! Ну что, сегодня я на китайке, обновились у нас немножко акции, ждал, что все-таки добавят скины, но, к сожалению, пока у нас ничего не обновили. Докачал я здесь уже себе смотрителей специально под новую локацию, не знаю, возможно, на русском, но на русском мы однозначно тестить не будем, на английском, если завтра тоже будет там обнова, точнее, сегодня, когда вы увидите этот видос. В общем, вот так вот докачал я здесь смотрителей, будем пробовать тестировать. Ну а сегодня мы будем выбивать осколками нового героя, пробовать, посмотрим, какие шансы. Вот так вот у меня 1458 осколков, здесь они подороже, по 20 ролится, но мы будем пробовать выбить, посмотреть на осколки. Здесь вот такая вот акция, уже дают его в осколках. Вот как-то так добавили, к сожалению, нового героя так и не видно, непонятно, что и как второго. Розалинда называют этого у нас на русском Трифид. Вроде так, сейчас гляну точно, потому что название еще такое, да, Трифид. Так, поехали по акциям, посмотрим, что тут у нас интересного сегодня есть, что я забрал, не забрал, и... Побежим по ролям. Еще, возможно, на английский зайдем. Так, это то же самое. Так, тут 100 осколков кого-то дают. Но надо... 100 частей, непонятно. Надо в любом случае забирать. Так, окей, забрали. И тут у нас. Опять яйца. Ну, давайте быстренько разбиваем, посмотрим, что мы тут выбьем. Ну, тут осколки падают в основном. В общем, обнова, не знаю. Честно скажу. Ничего такого. Вот вчера вот снимал, сегодня как-то, ну, впечатления какого-то об обнове, ну, вообще нет. По-моему, самые дешевые яйца из того, что я видел. На английском и на русском однозначно столько нету. Так. Так, отлично. Поехали посмотрим, что мы там получили интересного. Блин, хочется уже второго героя посмотреть, потестировать. Но, к сожалению, они не скинул, не добавляют ничего. Так, окей. Ну, поехали ролить. По 20 осколков. Такие вот здесь награды. 20 потолок. Ну, посмотрим, что у нас получится. Бигфутик 50, как видите, здесь тоже роллинг поменяли, честно говоря, не особо радует. Опять Бигфут, целый уже был, 50 осколков, 100 осколков командоры, вот это да, нежданчик. Смотрите, как по 50 падает все, огонь просто. Так, ну чё, Махатма 50. 15 уже, некроса дают, вот так вот. Заклинательница Махатма. Целый рибет. Прям целый рибет. Да вы дадите мне Лазуликс. Ничего себе. Это прикольненько. Огник. Огник даже не столько удовольствия, как Лазуликс. Да 10 осколков Лазули дали. Так, ну что там у нас? Что-то мы
Так мы еще и Рифит до этого, или как его там, блин, такое название придумали, Трифит. Еще лазуля, нифига себе. Съедно целое. Дайте мне хотя бы осколок Трифида. Не хотят. Бугимен. Даже Бугимен засветился. А Трифида нет. Вот он, ребят. Вот как-то так. Как-то так. Целых 20 осколков мы словили. Непонятно за сколько там. Блин, там за 3 больших пака. Или больше у меня было. У меня были еще осколки. Один раз только упал. Но упал. Это радует. Махатма. Ничего себе. Это просто мега удача, ребят. Еще 20 осколков. Как видите, здесь все-таки они падают. Конечно, сюда собирать его сейчас вообще бесполезно. Это не тот герой, которого надо отсюда собирать. Если другой падал, это было бы, конечно, мега эпично. Этот герой такой себе. Я вам показал уже обзоры на него. Ну, такое. Такое себе. Так, вольт. Ну, вот и все. Вот и так мы быстро все потратили. Не понял. А, это вот так вот добавилось оно. Все. Ну, как видите, собрали уже целых 40 осколков. Это во мне это. Даст. Ну, вот эту девочку хочется выбить, потестировать. Так, хорошо. Поехали на английский сервер. Там у меня тоже подкопились акции. Сейчас посмотрим, что там есть. На Англии реально ярко. Во всех смыслах. Так. Так. Как видите, у меня уже силушка. Кристалка. Что тут у нас дают? Ну, огонь. Рад. И картошка фри, ну понятно, не зашло. Так, с этим разобрались. Тандер. Опять картошка фри. А у меня еще есть какие-то молоточки остались были. Так, а ну-ка, может, на китайке запустили, сейчас глянем. Нету тут его. Не, к сожалению, нету. Хорошо, поехали на английский сервер обратно. Такс. Как обычно, сливаем ремку, получаем оживу. Логичненько. Так, утекание. Так, что тут у меня осталось? Топлюшки. Так, смотрим. Тут посмотрели. Limited Flame Pack, Shopping Free, Free, New Boss. Скоро мы увидим тебя. Пообщаемся с тобой. Так, а что тут? Что это такое? Поехали посмотрим. А, тут все акции типа показали нам. Так, императорский. Ну, поехали императорский посмотрим. Короче, нифига интересного. Treasure chest. Сундучки. Тоже ничего интересного такого нет. Ну, сейчас заберем, посмотрим потом. Может, что-то интересное-то и будет. Я быстренько здесь акции забираю, ребят, потому что тут рассказывать вам, показывать что-то особо смысла нет. Так, в общем, посмотрим. Так, отлично. Lucky Flipping. Поехали, пофлипаем. Такс. Что тут у нас? 39 попыток. Так, надо забрать награды, а то сейчас нам прилетит.
Неохота терять ЗП-шки. Они мне нужны будут. Так. Еще интересно будет в покер-матчер зайти посмотреть. Там тоже, кстати, весело нам. Так, ну тут тоже, видите, тут очень удобно вот эти акции играть. Зашал, зашал. И сидишь, развлекаешься пару секунд. Ну, то, что уже добавили, в принципе, 40 осколков мы собрали, это радует на китайке. Я думаю, жду, когда уже добавят нового героя, либо здесь. Скорее всего, здесь быстрее добавят, чем на остальных серверах. На русский, про русский я вообще молчу. А вот тут интересно. Такс. Ну, как видите, здесь одни расходники падают. То есть в основном отсюда с этих акций никто не достает. Тут самое основное — это базар. С базара там просто, просто и дешево, я бы даже так сказал, по сравнению с русским сервером и со всеми остальными. Так, Poker Matcher, Smash and Win еще есть. Ничего себе акция у нас тут. А я-то думал, это быстро все закончится. Оказывается, нет. Так, окей. Давайте Smash and Win зайдем, посмотрим, что тут у нас. И мы тут сейчас сделаем за Smash 7 яиц. The Drake. The Drake. Призрачный малыш Ник. Пятый талант. The Drake. Все. Быстро, короче. Так, а Poker Matcher что нам скажет? До какого он числа? А, он уже заканчивается, кстати. Ну, тут можно поиграться, кстати, хорошенько. Давайте побегаем немножко. Так, нам нужна дама. Можем ли мы ее вопрос словить? Мне кажется, что вряд ли. Проще сделать вот так. А, вот она. Ну, в любом случае, там, где надо, она не упала бы. Девятка, десятка. Ну все, сейчас мы соберем комбинацию. Вангую, ребят, что сейчас будет комбинация очень быстро. Если, конечно, они не смотрят мои стримы и не меняют это все, ну, думаю, вряд ли. Вот она. Спасибочки. Что-то мы там забрали. Поехали дальше. О, ничего себе. Ничего себе. Вы видали такое, как нам повезло? Офигеть. Я, честно говоря, даже не ожидал. Я просто там жмакал, чтобы быстрее это все прошло. И вот так вот нам подфартило. Так, король либо 6. Король либо 6. Вы думаете, будет первая? 9. Дама. Опять девятка. Двойка. Валет, фигня. Четверка. Да что за фигня? Давайте комбинацию уже. Вот, самая эффективная комбинация 3-2. Проверено уже. Можете мне поверить. Так, еще это забрали. Там мне, наверное, плюх накидало. Все. С акциями потеряем мы все-таки эти. Ну, такое себе. Что, у меня места не хватает? А, нет, это все фигня. Это все фигня. Так.
Ну, вроде как бы все. Все, ребятушки, вот такой вот видосик осколками он падает, это не миф. Пишите комменты, подписывайтесь, лайки, репостики. Всем удачи, всем пока.